Праздник чествования семейных юбилеев под названием «Союз сердец и судеб» стал для города доброй традицией. На протяжении нескольких лет Центр развития культуры и искусства проводит мероприятие, направленное на сохранение семейных ценностей. На торжественной церемонии поздравляют супружеские пары, которые прожили вместе от 25 и более лет. На этот праздник мы приглашаем пары, которые отмечают свои семейные юбилеи, то есть начиная с 25 лет, кратно 5 годам, то есть 25, 30, 35 и так далее, принять участие в данном празднике чествования. Значит, естественно, мы ждем в гости и тех, кто прожили больше 50-60 лет. Праздник чествования юбиляров супружеской жизни всегда проходит по индивидуальному сценарию. На празднике гости познакомятся как с новыми парами, так и с участниками прошлых лет, узнают их истории и семейные традиции. А сами виновники торжества смогут поделиться своим житейским опытом, а также показать творческие номера. После награждения пройдет концертная программа с выступлением артистов города. В этот вечер их будем поздравлять мы. Будут поздравлять и дарить им массу теплых слов, конечно же, первые лица нашего города, да, общественные активисты общественных организаций нашего города и все те, кто пожелает поздравить тех или иных участников данного события. Допустим, может быть, их коллеги или же их родственники тоже вместе с ними придут на этот праздник. Для участия в празднике чествования необходимо заполнить анкету, которая размещена на сайте Департамента культуры и искусства artsarov.rf в разделе «Центр развития культуры и искусства» до 7 ноября. Заполненную анкету можно принести в Дом молодежи или отправить на адрес электронной почты, указанной в анкете. Торжественное мероприятие «Союз сердец и судеб» в этом году состоится 1 декабря в Большом зале Дома молодежи. Начало в 18 часов. За информацией обращайтесь по телефону 9-82-52. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.